Между тем, самый крупный пожар зафиксирован в Мирнинском районе. Огнем охвачена территория в 500 гектаров, и основные силы лесничества в борьбе с пожарами переброшены в Тасюрях. Лес горит всего в 9 километрах от села и в 2 от Алросагаз. Подробности у наших коллег. Тасюрях не то что в дыму, здесь порой не увидишь и соседний дом. Эти фото прислали жители поселка. Автор сообщает, лес вокруг горит несколько дней. У нас в поселке уже несколько дней стоит дым. Как говорится, живем в дыму. Очень плохо. Дома окна закрываем. В районе Тасюряха горит около 250 гектаров леса. Для борьбы с огнем переброшены все силы. Дополнительную помощь людей и технику предоставили Алросагаз, РНГ и Тасюряхнефтегазодобыча. Мы выделили помощь авиационной базе охраны лесов. 4 единицы техники и 7 человек. Один бульдозер, один экскаватор, один трал. И пожарная автоцистерна была выделена. Предприняты меры по защите наших объектов. 4 автоцистерны по 30 кубометров. Все необходимое лесопожарное оборудование. В поселке уже ввели режим повышенной готовности в связи с пожаром. Ситуацию держат под контролем. От линии огня до жилых домов не менее 9 километров. Пожар в 10 километрах. Движение в сторону населенного пункта пока не выявлено. Ведется окарауливание постоянное, причем круглосуточное, и силами жителей. Силы МЧС туда выдвинуты, машина. Эти сегодня пожарные, расчет боевой, который находится на пожаре, они также ведут мониторинг. То есть у них есть средства связи, радиостанции. Все, и пожарные, и жители поселка надеются на погоду. В конце недели в Мирнинский район придут дожди. Они-то и должны помочь в тушении лесных пожаров. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».